Так, 3 июля 2021 год, Харьков, 4:35 по Киеву. 4:35 по Киеву в Харькове. И это второй дубль. Первый дубль начинался с Юпитера и спутников Галилеевых. А этот я решил начать с нашей красавицы Луны. Так, ну давай сейчас я попробую резкостью вас помучить. Пожалуй, так. 398 тысяч километров до Луны. Приметная часть. Сейчас на линии терминатора вверху как раз кратер Платон. Вот он, наш красавец. Красавец Платон на красавице Луне. 100-километровый круглый, практически идеально круглый. Кратер идеально круглый, погода не идеальна, безоблачная, но что имеем. Да, постоянно спрашивают кратность оптики. Ну вот смотрите, насколько на своем экране мониторе. Этот кругляш вы наблюдаете в сантиметрах, миллиметрах, дециметрах. Учитывайте, что реально он 100 километров в диаметре. Вот соотношение. Считайте кратность, которую дает мой фотоаппарат, да плюс ваш аппарат по изображению видеозаписи. Одно дело, вы его на смартфоне смотрите, а другое дело на плазме. Ой, ты где? А, вот он-то. Ёлки-палки, я Юпитер уже не вижу. Ага, нашел. Хорошо, сейчас, наверное, будем в срочном порядке смотреть на Юпитер, потому как Луна. По обрею Луны пролетела птичка. Ладно, на Луну мы еще вернемся. Как сказал Армстронг в прошлом веке. Или не говорил, но думал. Хорошо. Елки, моталки. Где Юпитер?
Вот это да, приходится мне выдержку уменьшать. Птички вот рядом с Юпитером летают. Была выдержка 1 к 30, сейчас 1 к 250. ИСО 125. Кстати, не лишним будет себе же напомнить. Условия съемки. Теперь, я думаю, можно выдержку и увеличить. 647, по-моему, сейчас миллионов километров до Юпитера. Это весьма-весьма близко. Да, в предыдущем дубле я еще видел спутники Ио, Ганимед, Европу, а сейчас что-то совсем... Веленько, 1 к 160 сейчас выдержка.